Всех приветствую на канале интернет-магазина GrowMir. В этом видео я расскажу про удобрение на стадию цветения FloraNova Max Bloom от компании Terra Aquatica. Препарат FloraNova Max Bloom от компании Terra Aquatica – это специализированное питательное вещество, обеспечивающее стремительный рост и развитие растений во время стадии цветения или плодоношения. Небольшое количество FloraNova Bloom, смешанного с водой, предоставит вашим растениям нужное питание. На данном этапе вы можете видеть основной состав данного препарата. FloraNova Bloom – это жидкое удобрение высочайшей концентрации. Она имеет низкий расход, примерно в 3-4 раза меньше, чем у любого другого вида удобрений. Высочайшая степень эффективности для всех типов растений. FloraNova универсальна для жесткой и мягкой воды. Долговременная стабилизация pH. Оптимальное поглощение питательных веществ растениям гарантировано наличием гуминовых экстрактов. Крайняя простота применения. Следуйте инструкциям карты кормления данного препарата для эффективного использования. FloraNova Bloom отлично подходит для всех видов культивирования – гидропоника, аэропоника, почва. Данный препарат – это прорыв технологий в отрасли производства удобрений. Уникальный состав высокоочищенных минералов и натуральных компонентов соединяет эффективность гидропоники и традиционность органических методов. Помните, что из-за высокой концентрации FloraNova необходимо тщательно взболтать перед использованием. На данном этапе вы можете видеть основные характеристики данного продукта. Этот и многие другие продукты вы можете приобрести в магазине GrowMir, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!